Вот. Наша предыдущая серия просто, ну как вам сказать, она испортилась. На нее попала вода, она раскисла, и мне пришлось ее выкинуть. Я вас приветствую на нашем канале. Давайте поиграем в интересную игру, которая называется Астронер. Астронер — это просто классная игра. Запомните это раз и навсегда. Вот так вот. Наша предыдущая серия просто, ну как вам сказать, она испортилась. На нее попала вода, она раскисла, и мне пришлось ее выкинуть. Поэтому мы 13-ю серию переписываем заново, но я вам расскажу, что было в предыдущей размокнувшей, о боже, размокнувшей серии. Блин, сказал, а это самое, то вообще херово сказал. Но вы, короче, поняли, предыдущая серия просто сдохла. А вот, что мы сделали в предыдущей серии? Мы, короче, вот эту платформу разровняли. Для чего мы ее разровняли? Мы ее разровняли для того, чтобы здесь сделать электростанцию. А вот. Ну, типа электростанцию. Мы сюда все перенесем. То есть наши ветродуйки, наши панели. И здесь... О, посмотрите! Какая штука хорошая. О чем я говорю? А, мы сюда все перенесем. И здесь у нас будет электростанция. Ё-моё, главное, чтобы не придавило. Надо его словить. Все, мы словили его. Так. Вот, и там будет электростанция. То есть, мы протянули кабель. Вот видите, кабель протянули. Замечательно получилось, а очень так. Так красиво, эстетично и прекрасно. Вот, мы протянули кабель, и этот кабель у нас прям входит в базу. И электроэнергия будет идти оттуда, прям сюда, прям в базу. То есть, мы освободим место, пространство, и будет очень круто и красиво. А теперь мы поставим это сюда. Ну, давай. Давай ты мне еще мозг не выноси. Так, все, отлично. Все, пускай байты вырабатываются. Давайте посмотрим, что там у нас. Ух ты, ничего себе! 2220 байт. Ой, слушайте, это замечательно. Так, ну давайте займемся переносом. Ну, вы, короче, вкратце поняли, что было в той серии, которая размокла. Я думаю, поняли. Так, ну давайте начнем с солнечных панель. Потихонечку, не спеша, умеренным шагом мы это делаем. Можно было бы, конечно, это все на тракторе перевести, но, к сожалению, трактор туда не заедет. Ну, что поделаешь. Вот. Что поделаешь, трактор не заедет, придется, как обычно, все делать вручную, как у нас это делается в нашей любимой и прекрасной стране. Так, все вручную, все. У нас золотые руки. И мы вручную все сделаем. Так. Так, один перенесли. Так, второй. Боже мой, он еще хлопает. Нифига себе. Кошмар, он как бабочка. Вы посмотрите на это безобразие. Да, интересно, интересно. Я что-то такое. О, слушайте, он работает, вырабатывает что-то. Офигеть можно просто. О, смотрите, может быть, так их и оставить. Ладно, давайте пойдем за остальной этой фигней всей. Так. Вот, понесли. О, слушайте, этот не хлопает. Да, как-то печально. Когда хлопал, было прикольно. Сейчас не очень. Так, давайте поставим сюда. Сюда не получилось, получилось туда. Давайте сюда вот так. Ой, слушайте, сэндвич получается у нас. Йоу, отлично! Вот так. Давайте теперь эту панель. Вы знаете, вот этот труд на самом деле не очень легкий. Когда ты вот это таскаешь туда-сюда, вот это все безобразие. Туда-сюда, туда-сюда. Утомляет очень сильно. Вот. Но заметьте, не меня утомляет, а нашего приключенца, который прилетел на эту планету и непонятно, выживет он или нет. Но мы сделаем все, чтобы он выжил. Потому что это надо для развития всей... Ой, не всей, я неправильно сказал. Для развития всего человечества. Слушайте, ну это так мы до победы будем идти. Ну давай побыстрее, а? О, боже мой. Надо было сделать, знаете что? Упаковщик.
Упаковщик, короче, упаковывает все это безобразие обратно в это самое, в ящики. Ну давай, давай. Ну. И... О, боже мой, он еще и улетел. Да что ж нам не фартит? Ну, давай, иди сюда. Как же нам его теперь сюда вернуть обратно? Вот, все, наконец-то. Дружочек ты наш, пирожочек. Наконец-то ты вернулся в родные пенаты. Так, давайте поставим. Ну, я думаю, вот так нормально будет, да? Да. О, аккуратно. Так, давайте вилочку. Вот так, вот отлично. Просто замечательно. Так, теперь поставим... Слушайте, вообще огонь. Просто вообще потрясающе. Вы знаете, даже на Новый год не надо гирлянды. Потому что гирлянда, как вы заметили, уже есть. Так, давайте. Еще одну поставим. Так, давайте пойдем теперь за другой платформой. Вот. Так. Теперь вот эту платформу мы откидываем. И опять занимаемся вот этим вот переносом. Наш космонавт... Давайте вот так вот. Раз, подбежал. Раз, кинул. Вот, слушайте, так быстрее. Вот, о, слушайте, вот смекалка. Раз, сообразил и все. Смотрите, намного быстрее. Ну, примерно в 3-4 раза. Вот так вот. Так, давайте поставим сюда. Угу. Нет. Кабель нам пока не надо. Вот так вот. Красиво? Красиво, согласен. Вот так вот поставили. Теперь солнечные панели. Вот так. Вот. Вот оно. Достижение мыслей человека. Так, отлично. Все, давайте теперь эти ветродуйки. С ветродуйками чуть-чуть попроще. Вот с этими маленькими. Мы снимаем их и сразу... Ага. Сразу в рюкзак не получится, потому что у нас там все забито. Давайте с легонца выгрузимся. Давайте просто на пол это все побросаем и все. Вот это вот эстетические вот эти моменты. Так, на пол бросим. Все равно мы здесь будем порядок наводить. Надо склад больше делать и все такое. Так. Вот так вот, все. Ну и вот так вот. Пускай их будет. Так, давайте. Вентилятор наш. Ага. Ложим, ложим. Ложим. Стоп. Ой, черт. Ложим. Ага. Так, мы это откинули. А вот это не откинули. И что у нас получилось? Это все обесточено. Так. Ну, давайте вот так соединим. Что ж такое-то? Китайские провода эти, блин. Все. Отлично. Давайте вот так вот перенесем. Вы спросите меня, почему я решил сделать там электростанцию. Вы знаете, я давно хотел сделать отдельную электростанцию. Именно отдельную. Просто, чтобы она была отдельно на возвышенности. И я надеюсь, я, конечно, это, как сказать, придаст пущий эффект. Вот какое-то слово дурацкое, пущий. Но я уже сказал, придаст пущий эффект. То есть, ну, мне кажется, на горе ветра будет больше. Ну, не знаю. Ну, вот мне кажется. Вот. Ну, давайте соединим это все безобразие вот так вот. Проводочком. Ага. Все, да? Электричества нету. Бобик сдох. А, нет, есть электричество. Вон кулеры что-то крутятся, видите? И что-то вырабатывают. Ладно. Давайте. Что у нас там еще? Мне кажется, там еще одна панель у нас. Один вентилятор такой большой. А вон, смотрите, вот там вот еще у нас вентилятор есть. Так, давайте это снимем. Вот это вот положим в рюкзак. Отключим. Так, панельку будем перекидывать. Угу. Вот так вот. А то так ее держать и переносить, это какой-то стрём просто. Она что-то там втупляет, так что вот так вот. Так, вот так. Берем. Ставим сюда. Сюда? Да, я думаю, или чуть-чуть
туда, вот так вот, наверное. Так, не упадет? Не упадет, отлично. Так, вилочка. Все. Ой, боже мой. Надо поесть. Давайте вот этот вот большой вентилятор мы отнесем сразу. Может даже попрыгать с ним. Прикольно. Так. Вот смотрите, электроэнергии нету. Все. Полный алис. Так. Да, конечно. О-хо-хо, отлично. Хорошо, прыгаем. Вот, красиво. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Для нас это безумно важно. Вот просто вообще. Очень-очень-очень важно. Пожалуйста, сделайте это. Я уверен, у вас это получится. Так. Смотрим. Так. А тут, смотрите, у нас платформа получает... Вот этот вот генератор вообще, вот честно говоря, вот... Он нафиг не нужен, абсолютно. Давайте вот эту платформу... поперекидываем туда. Так, ну что такое? Ну что ж ты, дружочек, не закидываешься? Так. О, господи. Так, давайте. Ну вот сюда его закинем. Так. Вы знаете, вот по вот этому кабелю, который идет сюда, честно говоря, можно ориентироваться. Есть электричество или нету его. Вот так. Все. Ну, слушайте, вот эта лапа что-то как-то не очень, да? Вам тоже так показалось? Ну, чтобы... Давайте вот так сделаем тогда. Немножечко вот так. Вот так вот. Выровняем, поднимем его и поставим. Вот. Самое то. Самый класс. Так. Вот так вот. Замечательно. Слушайте, какая же прекрасная штука у нас получилась. Вообще. Так. Ну, давайте... Слушайте, а куда этот вентилятор? Вот сюда. Вот именно место для него здесь. Вот. Так. Ну, немножечко этот бардак разгребли. Вот. Вот эти генераторы. Ну, слушайте, они иногда надо бывает, конечно. Мы их, наверное, оставим. Пускай стоят, потом просто уничтожим их и все. В Шрёдере и так далее. Вот, все, вот так вот красивенько, пускай стоят. Вот смотрите, видите, электроэнергия идет. Слушайте, это вообще, это просто бомба. Вот это на мусорку. Вот это на мусорку. Не, то не надо на мусорку. Так, принтер. Принтер. Слушайте, давайте сделаем Шрёдер. Я просто хочу вот это лишнее все. Вот, допустим, эту тележку там, вот это склад, это ни о чем. Просто в утиль отправить, а? Давайте. Ну, вы знаете, наш космонавтик подустал. Знаете, такое дело сделать. Он, посмотрите, что он натворил. Гирлянду какую сделал. Наш космонавтик подустал, ему надо отдохнуть. Так что, чтобы космонавтик отдыхал хорошо, чтобы здоровье поправлял и так далее, поставьте лайк, подписку и колокольчик. И тогда космонавтику будет очень хорошо. Я думаю, он вас очень сильно поблагодарит. А сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч на этой прекрасной планете. Увидимся в следующих сериях.